Добрый день. Добрый день. Газета «Избирком». Скажите, пожалуйста, вы подрезали деревья, да, вот тут? Да. Вот. А вы представляете какую-то коммунальную службу? Мы? Да. Ну, мы не коммунальную службу представляем. А какую службу? Какую службу? Мы вот от Елены Фокиной. Да, она нас просила, мы чистим, убираем сухие деревья, которые мешают. А для чего? Ну, которые создают проблему города. В случае чего может упасть на машину, на дом. Ну, то есть у вас какое-то частное предприятие, которое осуществляет подрезку сухих веток и так далее, да? Да. Что это вы так снимаете? А что нет? А? А что да? Завтра вести не попал. Да. Да. Так а кто заказывал подрезку деревьев? Кто заказчиком выступает? Ну, то есть, как бы, это... обычно это делают городские службы коммунальные, да? Горзелентрест там или какая-то еще? Мы не знаем. Мы работаем, нам сказали выехать из... То есть, это вас попросила кандидат, да? Нет. Нам... Елена Фокина. Ну, можно сказать, что да. Вот мы от нее чистим, убираем. Все, спасибо вам. Предприятие, на котором вы работаете. Секретная информация.